А вы уже знаете, что вы будете делать на новогодние праздники в этом году? Если вы занимаетесь йогой и медитацией или хотите попробовать йога-тур на Шри-Ланку на Новый год, это идеальное решение. Меня зовут Олег Макаров, я основатель Федерации йоги Москвы, занимаюсь йогой и практиками уже 22 года, из них 20 лет профессионально преподаю. Более 15 лет я вожу йога-туры по всему миру, и за это время я организовал 54 йога-тура, на которых побывало более 600 человек. На новогодние праздники я приглашаю вас присоединиться к моему йога-туру на Шри-Ланку. Это то место и время, где вы сможете полностью перезагрузиться, позаниматься йогой, восполнить свой энергетический баланс, наполниться яркими впечатлениями и эмоциями, очистить свою голову от стресса, беспокойства, рабочих будней, наполниться вдохновением и как следует отдохнуть. Выбирая йога-тур, вы выбираете себя. Так подарите себе это райское наслаждение на удивительном острове Цейлон на новогодние праздники.